Добрый день, друзья. Я в светофоре. Пропасть сегодня решила посмотреть. Вот 52 рубля стоит у нас крупа гречневая, быстро разваривающаяся, варится в пакетиках. Такую возьмем утром с дедушкой. Так, рис тоже самое в пакетах. Брать я его не буду, у меня такой есть. 64 рубля стоит рис в пакетиках. Круглозерный рис. Так, это у нас 32 рубля стоит спагетти. 500 грамм. Чего она у нас? Изделие группы А высшего сорта. Из твердых сортов пшеницы. Вот такая вот лапша. Яичная группа А 800 грамм, которая 55 рублей. Я такую брала, не разваривается никакая. Здесь макаронные изделия, ассортименты, как я поняла, высший сорт. По 3 килограмма, 194,10. Здесь рожки, вермишель. Ни соломка, ни паутинка. Настоящий вермишель. Здесь еще макаронные изделия у нас по 28 рублей. В ассортименте 28,50 вернее. Здесь такие вот крупные русские покрошки, как их называют. Так. Здесь еще дальше, что у нас это? Макароны по 58 рублей. Макаронные изделия тоже. 900 грамм вот такие пакеты. Алма. Это лапша яичная, курицы, 14 рублей. Это тоже алма, мы такое смотрели. Лапша соба гречневая, удон пшеничная, 400 грамм. Это пшеничная, а вот это вот гречневая. Ну ничего особенного, такую я брала пшеничную. 32 рубля она стоит. Дальше. Каша овсяная увелка 33. Хлопья овсяные с изюмом 55,50. Каша дружба увелка 42. Ну вот здесь такие большие объемы пошли рожки. 294. Дальше макаронные. Наверное, оставим на следующий раз. Мы пройдем. Народу много что-то. 37,70 это горох. Колотый. Это рис крупнозерный, шлифованный 800 грамм. И паячневый 23 рубля. Крупа перловая. 800 грамм, 28,30. Здесь у нас макаронные, крупа кукурузная, 32,70, 0,7. Лапша крахмальная фунчоза, 118 рублей, 20 копеек. Полкилограмма. Один горох, а смесь бобовых. А что так? Так дорого стоит, 123,30. А здесь у нас стоит яичко, наверное, горох. Горох желтый, горох зеленый, чечевица красная.
Вот почему так дорого. Вот здесь остался геркулес, крупяной дар, 400 грамм, 22,40. И хлопья, 4 злака, не требующие варки, 26,40. Вот такие. Так, еще у нас хлопья, 4 злака, ясно солнышко, по 32,70. Хлопья овсяный геркулес, 80 рублей. Мюсли, фруктовый салют, 500 грамм, 61 рубль. Вот такие. Булгур у нас почем? Булгур 141,30. Фасоль, красный султан, 67 рублей. 650 грамм. И крупа манная, 33 рубля, 700 грамм. Ну вот, крупы заканчиваются маслом подсолнечным, нерафинированным. 545 рублей. Такая большая банка. Сколько здесь? 5 литров или 4 800. Ну, на этом я заканчиваю и крупу, и макаронные. Пока-пока.